Мой дом сгорел, вместе со всеми сбережениями. Были даже какие-то проблемы с полицией, но Эдди все утряс. Страховки на дом у меня не было, так что пришлось пока жить в этой дыре, пока не встану на ноги. Но мне хоть удалось спасти Лео. Он исчез без следа. Вряд ли даже Фрэнк Винчи знал, где он теперь. И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города. У нас с Джо появился новый напарник. Всем привет! Это «Мафия 2», серия номер 13. Слушаем, в общем. Привет, Вита, это Генри. Эй! Я тут затеваю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн-парк, поболтаем. И ствол возьми. Ладно. Ну, до встречи. Да. У нас нету шмоток, у нас только наши обычные вещи. Потому что дом-то наш сгорел. Но оружие у нас осталось после этого брата Анила. Значит, нормально все. Окей. И денег, кстати, тоже нет. Я бы взял какую-то машину из гаража, но она там... Простите, сэр. Жутко побитая. Так, это же вроде моя машина, тачка, да? Просто тут мент, я не хочу воровать какую-то другую. Потому что будет палевно. Стоп. Надо бы отсюда выехать. Мы тогда, короче, едем к Генри в парк, и я это ускоряю. Идем к Генри. Он где-то тут на лавочках вон сидят. Пацаны. А вот и он. Эй! Как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай, я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клементе, — конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно. Интересно, а мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще 1000 за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7,5 тысяч прибыли за кило. Да, но как же Фальконе? Он не узнает. А если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, но если Карло единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Китаёзы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китаёзы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. А за сколько она уйдет? За 110. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один ростовщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики — это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком! 20 штук за один день! Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. Окей, что мы должны ехать к ростовщику и занять у него 35 штук. Ну, схема такая... непростая, скажем так. Ладно, тогда едем к ростовщику, и я это все дело ускоряю. Тормози тут. Окей.
тормознул. Идем тогда. Что тут написано? Пикап, что-то там, delivery. Ну, короче, какая-то маскировка, да, я так понял. Нам сюда. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно. Секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри, но если надуешь... Вспомни мудрые слова из Библии. «И возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами». Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Тогда мы теперь должны ехать на склад Дары-моря, там походу китайцы. Деньги-то у нас уже есть. А, кстати, а где чемоданчик? Кто-то его в карман положил, да? Ну ладно. Я думаю, что стоит взять новую машину, нет? Ладно, нет, тогда я пойду на этой. Может, она еще на ходу, так что нормально, да. Тогда едем китайцами, я это ускоряю. Почти на месте. Заезжай во двор через ворота. Какой ты остроумный. Через ворота. Как я еще туда могу заехать? Не через ворота. Это он сам едет. Угу. И что? Так, парни, за мной. Говорит буду я. Какой ты модный. Хай, у нас дело к твоему боссу. Следуйте за мной, джентльмены. Мистер Вон ждет вас. Хай. Сказал бы уже там коничва или что. Почему хай? Ладно, тогда мы идем, и там какой-то там будет, как обычно, долгий ролик. Тут вообще много роликов будет в этой серии. Ну ладно. Добрый день, Генри. Мистер Вон.
Перейдем прямо к делу. Ваш чемодан достаточно набит. Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот ваш товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм это чуть больше 2 фунтов. Какой будешь проверять? Окей, порядок. Я рад. В следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Самое сложное позади. Странные они китайцы. И мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази. Крыс. Везде бегут эти крысы. Добрый день, господа. Черт, подставился мне. У вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Какие туфли? Стойте, эти ребята не копы. Убей, урода! Стреляй, бегу! Прикрой нас! Во-во-во, как внезапно. Так, автомат. Нет, пистолет. Пистолет. Вот так. Ух ты! Ух ты! Куда нам надо идти? Я понял. Хорошо, мы так же пройдем, тогда мы бежим наверх. Бежим наверх. Джо, как всегда, у нас решает абсолютно все проблемы. У нас самый великий автоматчик, пулеметчик. Так, сейчас мы немного постреляем. Да что такое, я не могу в них даже прицелиться. Вынеси дверь. Ладно, выносим. Бежим, бежим, бежим. Что это за ребята вообще? Какого хрена они тут делают? Почему я не могу в них нормально целиться? Есть один. Давай, придумай что-то быстрее. А где там еще они? Я просто их не видно. Ага, вот сюда я стану. Почему такой неудобный угол обзора? Хорошо, тогда идем, прям идем. Где это? Кто по мне стрелял? Где-то вот оттуда. Ну ладно. Короче, не заморачиваемся, просто бежим. Обходи его, Витор. Но я их не вижу. Очень как-то некрасиво сделано, я их не могу даже разглядеть из-за этой перекладины их стрелять. Неплохо, а? Что, меня опять почти убили. Отлично, Витор. Опять почти, да? Все, нет. Там еще кто-то есть, но я их не вижу. Их просто не вижу. Да, их просто никого не видно. Зачем так делать? Зачем такой высокий заборчик? Эй, я здесь, сволочь! Ага, это ты. Вот там я видел, куда тело бегало. Тело... Ну, короче, да, не ясно, не видно никого. Тогда вот так вот. Ага, вот. Где он там? Ну не видно никого, вообще никого нету. Так, берем Томпсона, берем Томпсона. Конечно же, мы берем Томпсона. Ага. Тут еще кто-то будет, да? Нет? Ага, вот, я их увидел. Я их увидел, их там много. Ну и опять никого нету. Ну какие невидимки. Так, я просто видел, тут много валялось трупов, и походу мне надо бы пособирать патроны. Было бы неплохо. Ага, вот, вижу. Покажи класс, урод!
Ух ты! Как я тупо его пропустил. Ладно, Вита, пошел, пошел! Так, берем этот. Взяли автомат, взяли. Эй, приду, ладно, Вита, поехали. Так, мы тут все автоматы позабирали. Да, все позабирали. Вылезай, трусливая крыса! Хорошо, хорошо. Стоп, стоп, стоп. Да почему? Ты что, ты не можешь стрелять? По-нормальному. Вита какой-то, он не умеет занимать позиции, как-то его коряжит, когда он прикрывается. И тут мы что-то пособираем. Тут, ага, что тут, что тут было? Открыть дверь? Нет. Ага, пистолетик. Ладно, тогда мы дверь. Выбить дверь. Да. Давай, покажись! О, и я внезапно оказался спрятанный. Почему машина не взрывается? Открой, иди! Давай, быстро, пошли! Так, тут что? Тут... Ты не умер? Прикрой меня! Как ты не умер? Давай, ну один, один. Есть. И там еще где-то один стоит. Вот тут вот, да, где-то? Прикрой меня, Вита! Все. Это все. В эту машину все не влезут. Хорошо. Вот, дробовичок возьмем, да. И мы должны, короче, ехать. Нет. Сесть в эту машину. Да, мы в эту машину сядем. Окей. Давайте, пацаны, садись. Вообще, можно как бы было действительно всех взорвать, но по машине меня стрелял, они не взорвались, можно было стрелять поэтому по грузовику. Так, едем, 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 едем. Думаю, я себе оружие. Полегче, жить надоело. Достаточно намутил. Господи, ты расслабься. Все, теперь мы должны ехать. Убирайтесь отсюда, это мы едем аж хрен знает куда. Ах ты. Ну, чуть не вляпались. Походу, по дороге ничего не будет, тогда... Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторви. А нет, будет. Значит, тогда отрываемся. Что такое? Я просто ехал, меня убили. А как мне надо от них отрываться? Я просто еду. Конец. Они гонятся за нами. Да они просто чересчур меткие были. Едем, 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 едем. Опять, что за бред? Что за бред? Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт! Хорошо, я поеду направо. Я поеду направо. Я просто, я даже не представляю, как мне надо уезжать, чтобы они меня не убили в первые 5 секунд. Вот так? Так нормально, тебе нравится? Ну, вроде уже хорошо. Надо было просто поехать направо, а не налево. Но это как-то глупо. Воу. Давайте, пацаны, убейте. Машину очень сильно кидают. Очень сильно кидают. Прикрой меня, Вита. Давайте уже убейте его, да и все. И будем ускорять. А, еще и менты. Конечно же. Ты что, какой он жесткий. Но. Все? Все. Мы чуть не умерли, а он умер уже точно. Поэтому мы с такой вот дряблой машиной мы едем куда-то вот сюда вот. И да, я это дело тогда уже ускоряю. Теперь это уже точно нас никто не будет преследовать. Я думаю, я по дороге нигде не умру. Я тогда ускоряю. Ну и в принципе на этом все. Это была такая коротенькая серия. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Привет, парни, как дела? Сгони. Черт! Хорошая дурь!
мы это сделали! Мы сорвали банк! Эй, не гони волну, еще не все. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют? Вот расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно.